Республиканский центр патриотического воспитания молодежи начали создавать на базе Кубринского укрепления Брестской крепости. Центр полностью народная инициатива, которую поддержал глава государства Александр Лукашенко. Создание на территории Кубринского укрепления Брестской крепости своеобразного патриотического ядра нужно, прежде всего, для молодого поколения, для их сплоченности, единства. Важна и преемственность поколений белорусского народа. Молодые белорусы должны помнить тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня на данном объекте уже отработали 4 отряда в количестве 240 человек. И сегодня работы идут своим чередом. Мы сегодня находимся на объекте строительства Республиканского центра патриотического воспитания на базе Брестской крепости Кубринского укрепления. Указ о строительстве данного объекта был подписан президентом Республики Беларусь 9 августа 2023 года. Строительные работы были начаты в ноябре 2023 года. Вообще, такой большой старт волонтерским работам был дан 11 ноября, когда здесь был организован республиканский субботник. После того, как был дан такой вот старт массовый в рамках субботника республиканского, мы, общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи, занялись трудоустройством молодежи в рамках студотрядовского движения. На сегодняшний день у нас уже отработало и продолжает работать 4 студенческих отряда. В общей сумме это 60 человек. Если говорить про волонтерские отряды, которые здесь трудятся на добровольной основе, мы стараемся организовывать такие субботники не реже, чем один раз в 2 недели. И вот на сегодняшний день у нас уже отработало 569 человек в составе именно волонтерских отрядов. Объем работ довольно большой. Первым делом необходимо очистить стены от многолетней штукатурки, привести в порядок полы, огородить территорию, ну а после приступать к строительным работам. Те молодые люди, кто приезжает на данную молодежную стройку, понимают значимость своего участия в проекте. Я волонтером стал впервые, решил помочь построить этот центр развития патриотизма, чтобы развивать патриотизм в нашей стране. Ну и как только мне предложили, я сразу согласился, не раздумывая, пошел сюда. Нам сказали убирать мусор. Ну, сейчас убираем, подметаем, лопатами работаем. Как по мне, этот физический труд не настолько и трудный. Может, уже какой второй час здесь находимся. Это очень важно, воспитывать патриотизм в подрастающем поколении, чтобы не забывали своих героев. Ну и вообще, чтобы не забывали те ужасные годы, чтобы помнили об этом, гордились, что их прадеды, прапрадеды служили в этой кровавой войне. Я считаю, это должно быть для нас гордостью, помогать нашей Родине строить здания для будущих поколений. Нас попросили, и мы доблестно согласились, чтобы помочь. Мне очень нравится, давно надо было это сделать, чтобы было где собраться народу. Такой помощью довольны и профессиональные строители, которые могут направить свои усилия на другие, более сложные работы. К слову, первый этап строительства Республиканского патриотического центра в Брестской крепости планируют завершить к юбилею Великой Победы 9 мая.